Смотрите, ребята, у свекровки есть петрушка. Ну, я открывать окно не буду, видите. Там стоит. На улице очень холодно. Это район Кючукчик-Медже, Цефакёй, в Стамбуле. В общем, петрушка у нее растет. И там лук она посадила. Соседка, говорит, пришла, спрашивает, у тебя есть петрушка? Есть у тебя? Она говорит, свекровь, есть? Дай, говорит, мне пучок. Я тебе потом отдам. Она говорит, а иди нарви. Соседка говорит, в смысле нарви? Ну, он там за окном же, говорит, есть. Пошла, говорит, на... Ну, она не поняла ее. Пошла, нарвала. В общем, к свекрови ходит за свежей петрушкой. Смешно. Ну, что поделать. Там мои болтают, так что... Может, меня даже не будет слышно, а их будет слышно. Покажу вам, ребята, что приготовила свекровь. Пиляв. Видите? Традиционная турецкая семья. Görmedim, görmedim. Bakmayacağım. Tamam, al. Et, мясо, гуляш. Гуляш? Гуляш. По-русски гуляш. Нет, гуляш тюрьте мы говорим. Кулаш. 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 Баш demek yemek. Кула, insan demek. Кулаш. Türkçeden geçmiş. Кулаши. Ку аши. Аши это yemek. Yok, yemek, aş anlamı. Aş, yemek. Kul? Kul aşı, kul insan demek, birey demek. Kul, человек. Человеческая еда, в общем. Kul aşı. Поняли, ребята? Sen seviyor musun pirinç? Çok seviyorum. Klasik Türk pilav. Her türlü yemeği yerim. Hiç yemek yerim, hiçbir şeyim yok yani. Önüme ne konusu yerim, hiç. Курбан байрам мы? Это. Курбан байрам говорит. Ну, это мы принесли яблочки, мандаринчики, грушки. Муж, как обычно, приходит, чайник ставит. В общем, еще у нее есть тазе фасоль. Тазе фасоль это стручковая фасоль. Обычно, обыкновенно она ее. Видите, там салча есть, томатик, томатная паста. Как-то так, ребята. О, ребят, видите, намаз вакит. Время намаза. Сейчас отец пойдет. Отец по-турецки баба. Свекор, я его называю отец. Баба, естественно. Свекровь у меня, я ее зову Анне. Ну, Анне Джим. Баба Джим, Анне Джим. Мамулька, папулька. Я их всегда так называю. Давно у них не была. 2 недели. Ну, они, как обычно, предлагают кушанье. Вот я вам кушать показала. Традиционная, типичная, классическая турецкая семья. Поэтому вот что есть, показываю. Не все же хотят в кадр попасть. Так как пришел брат старший моего мужа, старший брат с детишками, они не хотят в кадр. Вот то, что вы слышали, общение, это старший брат был. Он приходит, всегда кушает у родителей. Шапку не снимаю, волосы грязные. Это у них часы. Они, сейчас я вам покажу. Вот это отсюда идет звук, ребята. Это часы. Видите? В квартире 26 градусов. И вот здесь вот написано 19 января 2020 год. 18:15. Время. 27 градусов. И вот здесь. Первый намаз МСАК называется. 6:48. Юнеш. 8:17. Эле. Обеденный. 13:23. Пекинди 15:50, Акшан, вечерний намаз 18:14 и Ятсы, ночной намаз 19:38. Вот такие у них часы есть.
Не знаю, ребят, насколько было меня слышно, когда я вам показала часы. Часы, это часы такие. Температуру воздуха показывает, время показывает, ну, число, месяц, естественно. И вакит, намаз вакит. Время для намаза. Там постоянно оно меняется. Из-за чего это зависит? От солнца. День короче, день длиннее, от этого зависит. Как-то так, ребят. Будет что интересного, еще покажу. Пока. Не все же, говорю, хотят в кадр. Поэтому, когда я стою, что-то рассказываю, показываю, кто не хочет, сразу из комнаты убегает. Я им говорю, сидите, не буду вас показывать, не бойтесь. Тогда могут остаться. Вот брат пришел за кушанием, увидел, что я снимаю. И убегать стал из кухни. Я говорю, идем, идем, не покажу тебе. Он тогда, ладно, я тогда кушать возьму. Ну, я не знаю, как у вас, у нас так. Так что я ни на кого не обижаюсь никогда, ребята. В смысле, я про своих родственников. Ну, не хотят, не хотят. Привыкнут. Потом захотят. Потом еще просить будут. А я подумаю. Ребят, вот этот Sony музыкальный центр. Вот этот вот. Две колонки, четыре здесь. Это. Сюда кассеты вставляются. Кассеты ленточные. И диски. Здесь радио есть. Этот музыкальный центр, вот написано Sony, за $2500 был куплен ровно 25 лет назад. И сюда привез муж. Подарил старшему брату. Ну, потом старший брат женился. И, в общем, родителям принес. Родитель. И вот у родителей до сих пор стоит. У нас тоже был такой. Когда мы жили в Ташкенте, у нас был точно такой же. Ну, вот мы уехали из Ташкента и его продали. С собой не привезли. И муж так тоскует, так жалеет. Всегда приходит и с тоской смотрит на этот музыкальный центр. У него такая ностальгия, понимаете? Колонки он себе нашел. Вот этот сам центр нет, а вот эти две колонки от Sony, именно вот такие колонки, они отличные. Еще есть, у нас еще есть колонки дополнительные. 5 колонок у этого музыкального центра. Две поменьше и одна такая прямоугольная. Вот у нас эти колонки есть, но он нашел оригинальные вот эти Sony и купил. У нас дома теперь стоят. Но самого центра нету. А там у них орехи. Смотрю. И грецкие вон, и фундек. И колят они орехи. И туда мусор в коробочку складывают. В общем, как-то так, ребят. Показываю свой вид. Что-то я оделась. Тайт одела джинсовый. Они как колготки на мне. Некрасиво, да, ребят? Ноги худые. Ноги бы потолстели бы. А живот бы убрался. А то живот растет, попа не растет, а ноги худеют. Ну и в шапке. В шапке я уже почему сказала. И в жилеточке. В общем, как-то так, ребят. Ой, ребята, смотрите, показываю. Отцу 80 лет. Он очень любит булмаджа. Булмаджа — это кроссворды. Вот, булмаджа написано. Немножко он не отгадал. Но, наверное, будет потом продолжать. Не знаю. Газета это новая. Где тут число? Не вижу. В общем, это новая газета. Вот он отгадал. Он так любит кроссворды. Это его хобби, можно сказать. 80 лет старику. Отгадал весь кроссворд. Браво, бабаджи. Ребята, смотрите. Чай.
Этот чай, помните, мы с вами в БИМ ходили? И вот этот чай показывала я вам. Эвет чай гастерьер. По 32 лиры, полкило, 500 грамм, 32 лиры стоит. Крупнолистовой. Маме это не нравится, чай. Почему? Потому что турки не любят крупнолистовой, да? Они привыкли к мелким. Так, порошок такой. Распробовала уже мама твоя. Сказала, хороший чай. До этого говорила нехорошо. Ой, очень горький. Ты прямо одну заварку налил. У нас свой есть. Зачем, блин, чужой чай? Так это турецкий там написано был. Из это города Ризе. Это не турецкий. Крупнолистовой? У нас такой не делит. А еще с бергамонтом был. Чай. Вот так вот, ребята.